люди уходят молодые из родительского дома, потому что в родительском доме некомфортно. Ну, то есть они не могут жить так, как они хотят. У вас ситуация, что вы в своем родительском доме можете жить как вам, как вы хотите. У вас есть своя комната, там, я не знаю, все налажено, отлажено, ну, как бы, мама занимается домом, вы ей помогаете в какой-то момент. Ну, как бы, вообще все как-то вот, ну, просто, это all inclusive. Ну, вот. Проблема в том, что дом не ваш. Возможно. Это же родительское гнездо, это не ваше гнездо. Нет. И, ну, делать собственное, это риск, ну, для мозга. Так-то, господи, все мы рискуем, в этом смысле, рано или поздно. Вот. Но для мозга это вот уже как бы куда, чего там и так далее. Тем более, что там положительных опытов-то было не так, чтобы много. Можно сказать, вообще не было. Можно сказать, вообще не было. Вот. И дальше, представляете, вот решение-то принимает мозг, решение принимает не наше сознание, которое потом просто все это объяснит как-то. Мозг должен принять решение. И он стоит перед выбором. Значит, одно, ну, как бы, там немножко скучновато, как-то немножко, как бы, недостаточно мной интересуется. Вот. А в другом месте вообще черт знает, что там происходит, и хорошего мы там не видали. Вот куда пойдет мозг? Домой. Домой. Я предлагаю просто сначала начать вот просто с мысленного эксперимента, при котором вы, что, как вы будете... Ну, вот, как бы, родители, вообще нету с ними связи. Уехали, они с Маском договорились, их забрали, на Марсе потребовались гинекологи, и они парой улетели на Марс. Ну, вот. Связи нет, ничего нет. И, вот, и надо, собственно говоря, как-то жить, чем-то заниматься, про что-то думать и так далее. Вот просто начните делать эти мысленные эксперименты. И они, главное, не смогут вас не оценить, не что-то сказать вам и так далее. Ну, то есть вам больше не перед кем отчитываться. Ваша жизнь, ваши правила. Вот. Поэтому вот просто заставить свой мозг увидеть другие перспективы, как бы запретив себе предполагать возможность, что вы можете продолжать так и дальше. Потому что вы до какого-то периода, конечно, дойдете, но, я не знаю, к 30 у вас там точно крыша едет, дом стоит будет, вот это вот происходит. Поэтому думать про эти альтернативы надо вот сейчас. И как только у вас у мозга появятся эти какие-то альтернативные действия, ну, просто пытаться что-то делать. В противном случае, действительно, родители будут и напрягать, и это будет раздражать. Ну, как бы вы будете находить какие-то понятные объяснения этому. Вот. Но если вы сами себе что-то где-то не сорганизуете, то, ну, там, это неизбежно. Мы так созданы, что мы покидаем родительские земли.